Давайте, позвольте, пожалуйста, вернуться к Татьяне Алексеевне Демешкине, декан филологического факультета Национального исследовательского Томского государственного университета. Пожалуйста, Татьяна Алексеевна, теперь, наверное, у вас Так. все нормально. Да, нет, я подключилась с другого компьютера. Слышно меня? Нет Да, сейчас? все слышно, все хорошо, Слышно? прекрасно. Да. Спасибо. Спасибо большое. Дорогие коллеги, я очень рада приветствовать всех участников и очень рада, что участников достаточно много и представлено большое количество стран. Конечно, мои самые большие слова благодарности организаторам этой конференции, и я считаю, что это совершенно замечательная идея нас объединить вот в такое непростое, сложное время для того, чтобы обменяться опытом и обменяться теми идеями, которые сейчас апробируются в связи вот со сложившейся ситуацией. Конечно, я очень рада приветствовать, ну, наверное, в первую очередь тех коллег, с которыми нас связывают достаточно уже длительные годы сотрудничества и дружбы, и профессора, госпожу Банерджи Ранджану, и, конечно же, профессора Кумана Джагадеш, конечно же, Сону Саини. Я очень рада видеть, приветствовать коллег из Россотрудничества, и Михаила Сергеевича, и Татьяну Евгеньевну Перову. Конечно же, когда сегодня началась конференция и зазвучала музыка, у меня возникли ностальгические воспоминания о тех конференциях, которые проводили наши коллеги в университете, в центре исследований, в которых мы имели честь участвовать. И, конечно, я сразу вспомнила ту атмосферу праздника, яркости, тепла, которая нас там окружала. И очень надеюсь, что когда-то наступит такое время, когда мы вновь встретимся, в том числе и в вашем замечательном университете. Госпожа Ранжана сегодня уже цитировала Пушкина. Нас на факультете всегда очень любили, ну а сейчас оно вообще такую особую актуальность приобрело. Это известное выражение Пушкина в письме к Плетневу, что были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы. Поэтому я надеюсь, что мы будем живы, что мы будем веселы и что мы встретимся в следующий раз. Я еще раз всех приветствую и желаю всем нам плодотворной работы. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Татьяна Алексеевна. Спасибо вам огромное за такие замечательные слова. Конечно, мы будем живы, мы будем все хорошо, все получится у нас, все будет хорошо.